Лесногородская крещенская купель открылась для прихожан первой в округе. К храму Рождества Иоанна Предтечи люди начали приходить с 3 часов дня. Для прихожан здесь обустроили отапливаемые палатки, организовали полевую кухню и горячий чай. Каждый желающий мог набрать святой воды и совершить главный крещенский обряд – омовение в купели. Очищает душу и придает здоровье на весь год. Это в первую очередь, конечно, здоровье, во вторую очередь – это вера, которая здесь. Нужно просто один раз попробовать, и потом не откажетесь. Ни капли, вот честно говоря, вот не холодно, и нужно настроиться и верить. В крещенский вечер храм Рождества Иоанна Предтечи посетил депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков. В ходе подготовки к православному празднику парламентарий помог организовать горячее питание и чай для прихожан. К нему присоединились одинцовские партийцы, депутаты окружного совета и представители муниципалитета. Люди приходят и, в общем-то, хочется, так сказать, пользуясь случаем, поздравить всех с праздниками. Морозы сейчас стоят, что надо, как раз подстать этому празднику. Поэтому призываю всех, так сказать, помнить о здоровье и, так сказать, беречь себя. Наша задача, в первую очередь, да, чтобы людям было, жителям нашим, комфортно, удобно, безопасно, чтобы все необходимые условия, которые можно создать, что называется, на морозе, на улице, были созданы. В общем-то, на это направлены все силы. За безопасностью в лесном городке, как и на других площадках в округе, следила бригада скорой помощи, полиция и служба МЧС. Помимо этого, возле купели постоянно находились волонтеры, чтобы при необходимости немедленно оказать помощь тем, кому она может понадобиться. Елена Кравченко, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».